Для этого вкусного салата я беру два помидора. Сочные помидоры нарезаем кубиками. Также в салат добавим один свежий огурец среднего размера. Душистый огурец, как и помидор, я нарезаю кубиками. И отправляю в салат. Салат будет полезный, витаминный, при этом еще и сытный. Я высыпаю в салат богатый белком одну банку консервированной фасоли. Особый вкус и приятную консистенцию придадут салату грецкие орехи. Их нужно совсем немного, буквально одна небольшая горсть. Если быть очень точной, то это 20 граммов. Следующий очень полезный овощ или фрукт, об этом до сих пор идут споры, авокадо. Авокадо мне удобнее измельчать прямо при помощи ложки, вот такими движениями. Ну, конечно, если вы хотите, вы можете также нарезать его ножом на кубики. В салат я обязательно добавляю одну салатную луковицу. Лук я нарезаю мелко. Вместо красного лука также можно использовать зеленый лук. Он идеально сюда подойдет. Еще один ингредиент, который придаст пикантность нашему вкуснейшему салату, зубчик чеснока. Чтобы его хорошо измельчить, пропускаю через пресс. Ну и, конечно же, в витаминном салате должна быть зелень. Я нарезаю мелко пару веточек петрушки. Как же аппетитно пахнут все эти замечательные ингредиенты. К такой яркой, не только по цвету, но и по вкусу композиции, заправка будет максимально простой. Я добавляю 3 столовых ложки нерафинированного растительного масла. Выбирайте его на свой вкус, то, которое вы больше любите. Также добавляю 1,5 столовых ложки натурального яблочного уксуса. По желанию можно использовать лимонный сок, винный или бальзамический уксус. Ну и, конечно же, солим салат. Соль добавляем по своему вкусу. Этот полезный салат может быть не только добавкой к основному блюду на обед или на ужин. Но, как по мне, он может быть вполне самостоятельным блюдом, так как в нем отличный баланс витаминов, минералов, углеводов и белков. Готовьте с удовольствием эту вкуснятину. А также не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео, напишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам мирного неба и крепкого здоровья. Как всегда, мы с вами увидимся в следующем вкусном видео.